Фирамир гей. И добрый день, с вами я, Китамас НПА, и сегодня буду проходить игру. Я опять шучу с вами, ребята. Сегодня я вам покажу потайной ход от дома. Итак, это все будет, конечно же, в Майнкрафт. В вашем любимом Майнкрафте. Итак, вот я уже приготовил две части. Итак, типа, вот, смотрите, типа, это в доме. Такая, типа, дверька. Тут ничего вроде нету. Но если мы подпрыгнем вот сюда, что же мы увидим? Потайной вход, смотрите, что здесь есть. Типа, я здесь алмазы возьму, всякую фигню, короче. Ну вот, все взял, короче, и такой... Взял и такой ухожу. Итак, как же это все делается? Здесь я тоже типа сделал. Так, просто берем и прыгаем. И вот у нас потайной ход. Делается она вообще изи. Вообще изи. Прям любой сможет это все сделать. Но если не сможет, ну я не знаю, ребята, что с вами? У вас что, руки корявые или что, я вообще не понимаю. Вот, берем. Так. Берем табличку. Можем их вот так. Здесь ничего не пишем. Ну, можем, конечно, пописать, если вам интересно. Но я не буду писать, так как это очень занимает очень много времени. И вот, все. Здесь мы просто поставим вот так, вот так. И все. Ваш потайной ход закончен. Здесь просто прыгаем, и все у нас здесь есть. А здесь вы все построите. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был я, Китамас МКЕ. Пока-пока.